L'Oréal Professional. We are L'Oréal Professional. Добрый день всем, кто нас сегодня смотрит. Меня зовут Рената Кашанска, и я являюсь преподавателем L'Oréal Professionnel. Сегодня мы будем рассматривать новые оттенки Majirel Cool Inforced. Больше уклон будет к холодным оттенкам, но мы будем не забывать также про теплых оттенках, которые носят наши клиенты. Мы немного рассмотрим, как Majirel поменялся. Немного вы это все уже заметили. И хочется ответить на самые такие актуальные вопросы, которые возникают, когда мы видим новый Majirel. Что же там нового? Что нам предлагает Majirel? Какие цветовые решения мы можем сделать? Какие нюансы? И, значит, начинаем! Как вы уже видели, не только в соцсетях, но вы уже, когда делаете свой заказ, вы уже получаете в новом обличии наш новый Majirel Абсолют, новом упаковке появляется Majirel Cool Cover, High Lift, Glow, Cool Enforced. И посмотрим, что же там такого нового, либо не настолько нового, как с первого взгляда может казаться. Значит, сегодня немного я быстро вам расскажу про глобально так про все сектора красителя Majirel, но главный пункт у нас будет на холодные оттенки и Majirel Cool Cover, и Majirel Cool Enforced, где будем сравнивать их, где у кого какие преимущества. Значит, путь Majirel с нами начался в 1978 году. Он нам привил новый вкус окрашивания, новую технологию окрашивания, цветовые возможности, качество волос. И Majirel обновлялся все время и улучшался до того момента, какой мы его сейчас имеем. Значит, его легендарная формула сохраняется через года и идет вместе с нами. И что же мы можем предложить теперь нового для вас? Это новые оттенки Cool Enforced. Это превосходный момент, когда мы можем делать еще более креативные подходы и поиграться с цветами заново или какие-то оттенки полюбить с новой сильной любовью. Дальше у нас новый дизайн. Это очень заманчиво, сразу взгляд бросается на красители, хочется тут же идти и создавать новые образы. И наши новое такое, как опыт в окрашивании с новыми оттенками мы получаем, и это, конечно, не забывается, это только развязывает наши руки, как у профессионалов. Далее, легендарная формула, которая через года уже с нами, она и остается по сей день в Majirel Абсолют, Majirel Cool Cover, High Lift, все в этих красителях он обладает и остается. Дальше, наш краситель Majirel не просто так обновился, он обновился в таком моменте, что упаковка у нас стала из перерабатываемых материалов, это более щадящий подход к окружающей среде. Это не может не радовать. А также это впечатляющие цифры, которые мы экономим, исходный материал, это пластик, пластмасса, да, и, как вы на слайде видите, в год только на пробки красителя, вот эти маленькие, мы экономим 7 тонн, и поэтому мы теперь используем перерабатываемый материал. И нету больше на упаковках много такого пластика, да, соответственно, и мы можем экономить еще и пластик, и это впечатляющая цифра 20 тонн в год, да, то есть будем, наш бренд становится более дружелюбный к окружающему миру. Немного я поспешила и убежала вперед. Значит, те, кто нас смотрит, мастера, вы под видео в описании есть две ссылки. В первой, которой вы можете регистрироваться для того, чтобы мы с вами могли контактировать в плане семинаров, там, вопросов каких-то, да. И второй ссылка для того, чтобы вы могли получить
Там будет на четырех языках обучающий материал. Вы заходите по ссылке и их скачиваете, получаете себе либо на планшет, компьютер или на телефон, да? То есть это имейте в виду, что там еще бонусом вам будет информация. И продолжим про Majirel. Здесь вы видите, что цветовые нюансы очень ярко читаются, я их просто считывать теперь стала, так как топ-зона в упаковке у нас окрашена уже с нюансом, который содержится внутри. Будь это пепельный, либо будь это бежевый нюанс. Это очень хорошо помогает тем мастерам, которые только что начали путь с L'Oréal Professionnel. Значит, единица в L'Oréal Professionnel – это синий пигмент. Для клиента это будет пепельный нюанс. После запятой 2 – это означает фиолетовый. Для клиента это будет перламутровый оттенок. После запятой 3 – это обозначает желтый для нас парикмахеров, для клиента это будет золотистый оттенок. После запятой 4 это обозначает оранжевый для мастеров, для клиента это будет медные оттенки, либо все оттенки, которые такие как закат, да, они теплые такие. Далее, после запятой 6 цифр обозначает красный пигмент, да. После запятой 5 это у нас красное дерево. После запятой 7 это обозначает зеленый пигмент. Для клиента это будет матовый, да, то есть это не значит, что у нее будут зеленые волосы, просто это будет матовый, более холодный цветовой нюанс. Очень прекрасный и сложный в том числе цвет, это цвет мокка. После запятой он у нас обозначается цифрой 8. Далее, такие цвета, как бежевые, это сочетание цифр после запятой, как 13, 31, да, если единица первей стоит, тогда это будет более холодный беж, если это как 31, это будет более теплый беж, да. Далее есть еще такие актуальные цвета, как теплый коричневый, после запятой они будут 35, 25, либо 0,42. Да, это все те коммерческие коричневые оттенки, которые очень нежные, теплые, и клиентки, которые обладают теплым типажом, они будут наилучшее решение в этом плане. Далее. Мы видели видео, как мы можем видеть, что Majirel обновился, и он настолько превосходен, что вдохновляет даже такой маленький, короткий бренд видео. Далее разберем по блокам, очень так кратко, как же выглядел до этого Majirel у нас, и что он нам предлагает на данный момент. Если ваш клиент запрашивает покрытие седины, мы этот сектор захватываем Majirel. Конечно, уже можем сделать. Если нам нужно сделать очень интенсивные, богатые оттенки, Majirel мы это можем создать. Если нам нужно более сильную нейтрализацию, либо более ярко подчеркнуть цветовые нюансы, мы можем сделать это с Majirel микс тонами. Превосходный инструмент для всех колористов. Это вдохновляет создавать какие-то новые цвета и идти рука об руку с тенденциями. Далее, клиентки, которые желают носить очень яркие, огненные, насыщенные, стойкие цвета, и они, как правило, очень темпераментные женщины, то мы им можем предложить Majirel Кармелан и Рубелан, глубокие, стойкие красители. Красных, медных оттенках. Если клиентка желает получить максимальный блонд, но при этом не желает осветлять волосы, значит, этот сектор мы предлагаем уже Majirel High Lift. Это очень серьезный краситель, который имеет силу поднять на 4,5 уровня вверх.
превосходное предложение для наших клиентов. Если ваш клиент желает максимальную нейтрализацию, очень глубокие оттенки, и чтобы цвет был, не разрушался при таких обстоятельствах, как солнце, море, морская вода, мы это можем предложить school cover совершить. Это будут превосходные цветовые решения, и ваш клиент будет рад этому. Тут мы видим, как наш Majirel выглядел до реновации, и теперь он выглядит немного по-другому, более еще стильно, как до этого. Значит, на каждом тюбике и коробочке вы можете найти, значит, нумерация, и под нумерацией, да, сейчас мне оператор покажет тюбик, да, допустим, Cool Inforced, как пример, да. Есть кадры? Да, есть. Значит, нумерация, и под которой вы видите, что написано Cool Inforced. Так будет с каждым красителем. Вы видите нумерацию, уровень, глубину тона, нюанс и обозначение, к какому блоку он относится. То же самое касается и микс тонов, как вы уже видите. Микс тона будут обозначены словами. Это будет синий, зеленый, красный, фиолетовый и оранжевый. Да? Там нету нумерации, и под ними будет описание, что это микс тон обозначает. Также все красные оттенки рубилан, кармелан, под нумерацией будет блок его нахождения. Базовые оттенки, как 5.0, 6.0, просто 5, они у нас как фундаментал, это базовые оттенки, которые мы используем для покрытия седины. В базовых оттенках еще есть оттенки, которые теплые. Теплые базы, которые предназначены для покрытия седины. Это как 5.3, 6.3, 7.3, да, это тоже относится к блоку фундаменталс. Далее, нам сильно любимые красители Majirel Cool Cover. До этого он выглядел в черной упаковке, теперь будет более такая серая упаковка. Все то же самое, очень отчетливо мы все можем прочитать. Нумерация, под нумерацией блок, к которому он относится. 8.1, как на вашем примере, и под ним написано Cool Cover. Когда вы это поставите у себя в рабочую зону в Color Bar, то есть тюбик, который будет с этим лицевой части смотреть на вас, и вы уже сразу считываете, что напротив вас какой краситель, с какой группы он находится. Далее, у наших любимых красителей Majirel Blonde и High Lift теперь будут выглядеть одинаково визуально, да, то есть у них будет такой цвет тюбика «Морская волна», и так как нам полюбились, были такие топовые оттенки 901S, 900S, да, они остаются, продолжают быть с нами, но под их нумерацией мы уже увидим название High Lift. Да. High Lift сохраняет ту же название, как было до этого, то есть там нету цифр, там есть только словами обозначено цветовые нюансы, будет Violet, Ash, Ash Plus, Gold Resident, это все остается таким же самым образом, только под этим цветовым нюансом вам будет надпись снизу, что это High Lift. Далее, наша гордость этого года, самый большой запуск, это Majirel Glow. Про Majirel Glow могу сказать сразу. Majirel Glow разделяется на две блока, которые будут для светлых баз, для темных баз. Если вы желаете получить среднюю базу, вы можете цвета, которые предназначены для светлой базы и для темной базы, смешать и получить среднюю базу. Это не запрещено, это даже желательно делать в каких-то моментах. И когда вы видите свой тюбик, вы, значит, видите цветовой нюанс обозначения, цветовой блок, это будет относиться к glow, и под низом еще одна дополнительная строчка, которая вам подскажет, с каких баз начинает работать определенный номер, который у вас на презентации представлен. Это light base 12, это светлой базы 12 пигмент, да, и он начинает работать с 6 уровня и вверх до 10. Значит, и на этом вот
строчке, где написаны все базы, с которыми он работает, будет подчеркнута шестая и седьмая база, на которой он в чистом виде будет давать максимальный эффект glow, максимальную нейтрализацию, прозрачность цвета, в хорошем смысле этого слова, и выполнять свою функцию в наилучшем случае. Да? Таким образом мы можем двигаться по палитре и им работать. Наш Majirel, значит, отвечает за такие моменты, которые запрашивает наш клиент. Это будет долгоиграющий цвет, наилучшие нейтрализации, все яркие блонды, все глубокие красные оттенки, все медные оттенки мы можем создать. С Majirel Absolute мы можем поднять до 3 уровней вверх с натуральной базы, можем перекрыть 100% на седину. И для клиента это максимально комфортное окрашивание. Для нас, мастеров, это потрясающая мягкая консистенция, текстура красителя, которая нам позволяет делать невероятные окрашивания и растяжку цвета очень комфортно делать. И он достаточно пластичный краситель. И теперь мы приступаем к главной теме, о чем же мы так долго желали поговорить с вами, да? Это наш новый Majirel Cool Inforced. Посмотрим, как он работает, какие цветовые нюансы в нем представлены. Палитра не совсем большая, но многофункциональная. На наш регион будет 10 новых оттенков, 6 пепельных нюансов и 4 будут бежевые. В этом красителе на 60% увеличен цветовой нюанс. Соответственно, это нам дает супернейтрализацию, не теряя глубину тона. Это превосходный запрос, который очень часто нам дает клиенты, которые желают ярко читаемую глубину тона, но при этом максимальную нейтрализацию и считываемый холодный нюанс на волосах или бежевый нюанс. И он по своей характеристике такой же краситель, как остальной основной Majirel. Значит, если ваша клиентка красится, очень холодные оттенки желает получить, и ей главный момент, чтобы во время, когда она моет волосы и правильно, если ухаживает, да, цветовой нюанс долго не разрушался. Это позволяет нам решить Cool Inforced красителем. Значит, из жизни могу рассказать, так как многие клиенты полюбили оттенок 8.1, когда мы окрашиваем 8.1, и он, как заявлено, холодный 8.1, на исходе он и есть 8.1. Ни светлей, ни темней, на уровне и ярко читается глубина и цветовой нюанс. Что превосходно в этом красителе? Когда клиент не попадала на окрашивание раз в месяц, так получилось, что пришла на через 2 месяца, то отросший блонд, который получился, то на длине ее цветовой нюанс не выглядел как 8.3, он выглядел как 8.31. Соответственно, мне был вопрос к клиенту, раздражает ли такой оттенок на волосах? Ответ был нет, так как он был красив и элегантен в каждой фазе, когда цветовой нюанс разрушался. Соответственно, от дня покраски до следующего дня покраски ее этот цвет устраивал, так как он не был желтым, как ожидался в мыслях клиента. Значит, мы можем предлагать клиентам окрашивание Cool Inforced, который будет более пигментированный, но уровень мы не будем терять. Если касаемо цвета 10.1, очень превосходный цвет, который можно использовать на 10 уровне, на блондинках и тонировать им. То есть пастельное тонирование на моечном кресле. Конечно же, до этого мы позволяем составу подышать как минимум 15 минут, дабы состав ушел из фазы осветления в наполнение пигмента. И такой вот пепельный нюанс, который легкое напыление пепела и чистый блонд получается, он не уходит в никакие-то нежелательные оттенки, он
реально, как заявлено, 10-1 на исходе мы и достигаем. Дольше стойкости, это понятно. Теперь мы рассмотрим видео сравнение, как же выглядит у нас Majirel Absolute, Majirel Cool Inforced и Majirel Cool Cover. Всех это самый главный вопрос, как же понять, насколько они пигментированы, чем же отличается. Будет видео на английском, но потом мы про него еще поговорим. What is really the difference between the new Majirel Cool Inforced shades and our current Majirel Ashes? The ashes you already know from our Majirel Core range only have a hint of blue reflect. In comparison, the Cool Inforced shades are boosted with Cool Reflex, which makes them cooler and more neutralizing, providing a more modern and much more natural looking result. However, they still have the same level of depth than the rest of Majirel Core range. And of course, Majirel Cool Cover remains distinctively cooler and deeper, ensuring extreme cool coverage. Прекрасное видео, которое очень хорошо нам сравнил три красителя, которые мы имеем у себя в работе, значит, Majirel Cool Inforced находится посередине по пигментации между Majirel Absolute и Majirel Cool Cover. Соответственно, читаемый уровень, который, как он объединил в себе такие два превосходные функции, ярко читаемый уровень от Majirel Absolute и превосходную нейтрализацию сильную взял у Majirel Cool Cover. И когда мы им красим, действительно это мы получаем. Такие оттенки, как 5.1, очень часто запрашиваются клиентам. И они, конечно же, на уровне 5.1 не темнее, не светлее, не теплее в том числе. Они на уровне и выходят. Далее, самые популярные оттенки, которые очень часто по образам для клиентов это запрашиваются, это максимально холодные, но при этом незатемненный, холодный, светлый, коричневый, которым мы можем создавать рельефные окрашивания, сочетая два оттенка, как 5.1 и 7.1 Cool Inforced. Это этот образ, который слева. Мы его позже еще более досконально разберем, как мы достигаем такой образ. Далее с блондинками можем сочетать 7.1 и 10.1 между собой, сделать их растяжку цвета, если необходимо, где-то какие-то нюансы осветлить, дабы создать более светлые нюансы у лица, либо по длине. Что касается холодных бежевых оттенков, то мы их можем комбинировать не только с Cool Inforced, но и Majirel Absolute. Если нужно, где-то мы можем и диалайтом по длине качественно обрабатывать длину. Значит, самые популярные оттенки это 6.1, 7.1, где у нас на этом уровне встречается красно-оранжевый фон, либо оранжевый фон уже, он будет наилучшим цветовым решением, так как он будет и очень хорошо справляться с этим фоном осветления, и на исходе вы будете получать наилучший холодный, светлый коричневый. Да? Вы его можете сочетать также с кулкавером, если там нужно какие-то слои обработать более пигментированным красителем, либо на прикорневом зоне у вас есть седина, которая более жесткая, вы на прикорневую зону можете добавить тоже Majirel Cool Cover и смешать его тоже с Cool Inforced. 8.1 очень хорошо работает даже на седьмой базе, когда нам нужно прыгнуть на один уровень вверх. Превосходно, самостоятельно справляется с оранжевым, такой желто-оранжевый, оранжево-желтый фон осветления, он прекрасно с этим справляется, и он не дает нежелаемый цветовой нюанс, то есть этот подтон не вылезает у нас на исходе.
Далее превосходные оттенки, в которых можно влюбиться заново, это бежевый, как 7-13, 8-13, 9-13. Мы им можем работать не только на прикорневой зоне, но их сочетать и по длине. Если волос сильно обработан, до этого был, то мы можем их обработать уже и красителем Диалайт, как популярный номер 9-13. Да? Все зависит от качества волос. Majirel Cool Inforced is a complete palette covering all hair bases and needs. It's perfect for the client that doesn't want brassiness due to optimal neutralization. Ideal for first-time color clients due to natural results. Use the 0.11 shades for extra cool effects and the 0.13 for neutral cool effects. Majirel Cool Inforced shades are more true to tone. It's a modern taste of color. It corresponds to what women want today. It's a trend that's here to stay. Теперь мы увидели вдохновительный такое видео, как Мин Ким поигралась в Majirel Cool Inforced. Превосходные идеи можете себе на заметку взять и использовать их. Далее, принцип смешивания касаемо Cool Inforced остается тем же, как и на основной палитре Majirel. То есть 1:1 смешиваем, значит, на один тюбик красителя мы используем 75 мл оксиданта. Оксиданты у нас работают с этим красителем 3,75%, 6% и 9%. Время выдержки остается неизменным 35 минут. Мы можем в этом времени создать любое цветовое решение. Далее хочется сказать пару слов про нам уже очень любимый краситель Cool Cover, который уже свой путь начал давным-давно, но в наших сердцах он занимает особенное место, да, и он зарождался в лабораториях Бразилии. Почему именно там? Так как там тропический климат, морская вода, солнце, и это все влияет на цвет волос. Клиентам хотелось максимально дольше сохранить свежее окрашивание, максимально дольше ходить с идеальной нейтрализацией, чтобы был цвет насыщенный, не было бликов фона осветления, чтобы цвет не выгорал, чтобы она была пепельной, шатен, и он сохранялся максимально долго. Поэтому был создан Majirel Cool Cover. Majirel Cool Cover построен был через и есть через синий пигмент. Соответственно, если мы будем выбирать такие оттенки, которые бежевые и теплые, Majirel Cool Cover, они будут более холодными, нежели в палитре Majirel Absolute либо Majirel Cool Inforced. Они будут такие достаточно бежево-серенькие, но не с нежелательным оттенком, так как там увеличено количество синего пигмента. Это мы учитываем. У него будет долгосрочная нейтрализация, долгосрочное плотное покрытие, и это самый плотный краситель из Majirel. Соответственно, мы можем достигнуть наилучшее плотное покрытие седых волос. Мы можем сделать после такого сложного процесса, как снятие цвета, мы можем нейтрализацию производить такими цветами, которые у нас есть в палитре. Это 6-17, 7-17. Это очень популярные цвета, когда нам нужно бороться с оранжевым фоном осветления, оранжево-желтым фоном осветления, то есть капелька этого зеленого нам предоставляет возможность создать пепельные нюансы на волосах. Что касается блонда, то это очень глубокие, насыщенные и очень холодные нюансы, очень популярные среди клиентов цвет 10-1 на период лета, так как у нас солнце есть, многие отдыхают, загорают, и цветовой нюанс желательно, чтобы он не выгорал. Это такой очень
популярный оттенок. И, конечно, у Majirel Cool Cover есть и базовые оттенки, которые мы используем для окрашивания седых волос. Ими можете в чистом виде красить, либо добавлять туда какой-то цветовой нюанс. Majirel Cool Cover хорошо сочетается с основной палитрой Majirel Absolute, с Cool Inforced, да, можете смешивать даже с Majirel Glow, если это нужно, смотря какой эффект вы на волосах желаете получить. Majirel Cool Cover имеет способность поднять до 3 уровней вверх, работает он с 3,75% оксидант, 6% оксидант и 9% оксидант. Для пастельного тонирования, если волосы не сильно пострадали, можете использовать 6%. То есть сначала состав подышит 15 минут, потом мы начинаем тонирование. Либо можете, если сильно цвет на волосах поменялся, то можете либо тут же после нанесения корней нанести на длину и обработать, дабы освежить цвет волос по длине. Если цвет немножко поменялся, так средний, то мы на половине времени выдержки наносим на волосы состав, который мы приготовили на длину. Если очень слегка, то хватает уже эмульгации даже на моечном кресле до 5 минут. Если мы желаем получить очень максимальное проявление пигмента, насыщенность, используем 6%. Конечно же, если это волос позволяет, если волосы очень чувствительные и желаем очень нежно их затонировать, тогда мы используем 3,75%. Did you know that Majirel Cool Cover was developed in our labs in Brazil? Since Brazilian women are exposed to such high humidity levels and sunshine, their hair tends to turn a little bit more warm and washed out a bit quicker. Cool Cover has been specifically designed to address those needs. Majirel Cool Cover is slightly deeper and slightly cooler than our traditional Majirel. Remember, Majirel Cool Cover follows the exact same mixing ratio and processing time as Majirel, 35 minutes to process and a mixing ratio of 1 part color to 1.5 oxidant. Так. Мы разобрали про Majirel Cool Cover. На видео вся та же информация, которую я рассказала вам на русском языке. И чтобы мы достигали самые лучшие результаты, очень важно не только правильно выбрать и составить рецепт, чтобы на исходе был тот эффект, который мы задумали, запланировали и посчитали, это очень важно выбрать правильный оксидант для окрашивания. Это значит, что очень важно помнить, этот слайд для вас очень важный, так как нам очень важно помнить, что 3,75% оксидант поднимает до полутора оттенка, до полутора уровня вверх, 6% имеет силу поднять до 2 уровней вверх, 9% до 3 уровней вверх с натуральной базы имеет силу поднять. Вы уже, наверное, уже поняли и знаете, что хочется напомнить. Такой момент, что оксидант 3,75% обновился. Он вам в работу пришел в новом облике, но при этом маскируется под нам привычный дизайн. Это значит, что функция его остается прежняя. Когда вы работаете, вы не ощущаете никаких изменений, что он хуже как-то что-то делает, да, все то же самое в плане вашей работы с этим оксидантом. Но когда вы красите прикорневую зону либо длину, и это первичное окрашивание, то когда мы делаем окрашивание, вы поймете такой момент. Посадка пигмента произошла, окрашивание произошло, но когда смывается уже немного цветовой нюанс и он разрушается, то не проявляются эти все подтоны. Соответственно, фон осветления не настолько сильно ярко проявлен, и он в этом смысле превосходный, так как функцию выполнил, но потом нет этого нежелательного фон осветления спустя какое-то время на волосах. Если у нас очень-очень чувствительные волосы, это может и быть блонд, темный блонд, очень светлый коричневый, либо темный шатен, да, это касается всех волос, тогда если мы используем
пастельное тонирование, либо окрашивание полностью полотна, то мы используем 3,75% оксидант, так как если волос сильно пострадал до этого по каким-то причинам, лучше снизить оксидант, и будет более нежное окрашивание, более нежный состав, который не будет так сильно нарушать жизнь волос, да, чтобы они не стали более сухими и структура не разрушалась. Соответственно, далее, если с волосами все в порядке, полотно идеальное, и оно все время находилось только в ваших руках, не было никаких неудачных историй, то вы можете смело выбирать 6% оксидант. Это вам дает момент, что вы можете использовать его и получить максимальную нейтрализацию и максимально перекрыть полотно, что даст яркость и сочность цвета. Да, то есть таким образом мы можем насытить, более насыщенный оттенок получить только в таком плане, когда мы работаем с очень качественными волосами. Но если волос немного пострадал, тогда мы снижаем процент. И тут такой слайд, который вам будет очень-очень важный. Тут все цветовые группы, почти все написаны, и вы можете отчетливо понимать, что на прикорневой зоне Majirel Absolute, Majirel Cool Cover и Majirel Glow и Majirel Cool Enforced работает 3,75%, 6% и 9%. Это касаемо прикорневой зоны. Отдельно от всего живет у нас Majirel High Lift, который работает на 9% и 12%. По длине остается все неизменно. Если это ранее окрашенные волосы, то на 3,75% и 6% работаем. Если волос до этого никогда не окрашивался, тогда допускается в каких-то случаях обработать его на 9%, дабы получить какой-то эффект. Тут вам будет такой, как бизнес-совет. Тогда, когда мы работаем с волосами, значит, это в таком случае, когда мы покрасили прикорневую зону, и нам нужно окрасить и длину в том числе. Это значит, что мы на целый тюбик красителя, будь это Majirel Absolute, будь это Majirel Cool Enforced, Cool Cover, Majirel Glow даже, да, на целый тюбик красителя, плюс 75 мл оксиданта, мы туда, когда это все смешали, добавляем 20 мл воды. Что нам это дает? Это нам дает на 16% больше продукта, это раз. Он становится более пластичным, и он становится более спокойный в своем действии, так как вы туда добавили уже воды. Соответственно, когда вы окрашиваете длину, он более пластичный, и вы можете более быстро это обработать. Если вам не нужен целый тюбик, и вы будете там использовать либо четвертую часть тюбика, тогда всего лишь 5 мл вы будете использовать воды на смесь, либо пол тюбика, тогда вам нужно будет всего лишь 10 мл теплой воды. Смешали, и вы можете это сразу обрабатывать волосы. То есть это вам пригодится, особенно когда вы делаете пастельное тонирование. Очень этот метод я люблю, так как по длине очень часто нужно работать перманентным красителем, но при этом хочется его процесс смягчить, чтобы он был менее агрессивным. Конечно, всегда добавляем смарт-бонд, и от этого момента мы не отказываемся, когда работаем с перманентными красителями. И не только. Значит, La French философия, которая с нами уже какое-то время. Все окрашивания в стиле La French мы делаем. Это значит как same as usual, как обычно образ, bit of change, немного изменений. И new look, как новый образ, мы это создаем, используя L'Oréal Personnel красители. И теперь мы немного по образам разберем, что же мы можем предложить нашим клиентам, клиенткам, которые желают, как обычно, окрашивание, освежить раннее окрашивание, либо создать какие-то новые образы. Значит, мы можем работать вертикальными проборами, вертикальное нанесение красителя. Что нам это дает? Сейчас мы посмотрим пару образов. Превосходный блонд. Потом мы этот рецепт тоже разберем более досконально,
Как они достигли такого результата? Опять наша шатенка, которую Минким делала, да? Далее, когда мы только какие-то зоны добавляем у лица, либо только по длине, дабы создать более яркий, либо более мягкий рельеф, да, на шатенках, на блондинках. Дальше мы работаем горизонтальными нанесением красителя, это будет более контрастнее, ярче, да, тут будет медный оттенок очень яркий у девушки, и второй на блонде. Да, как же мы это можем получить? Первый образ, который мы будем с вами рассматривать и разбирать, это прохладная светлая мокка. Так как здесь у девушки, значит, первое, что мы всегда начинаем, это с диагностики. На диагностике мы определяем, что у девушки, модели, клиентки натуральные волосы, натуральная глубина 4, и где-то были немного посветлее волосы по длине, то есть, может быть, они уже на солнце выгорели, либо было какое-то мягкое нежное осветление, и ей нужно создать насыщенный, освеженный этот образ, да. Значит, мы берем на прикорневую зону Majirel 5.1 Cool Enforced, смешиваем с оксидантом 3.75%. Это будет смесь, которая будет работать на прикорневую зону. По длине будут смешаны пряди между 5.1 Majirel Cool Enforced и Majirel 7.18, очень холодная мокка. Там, где Majirel 7.18, мы используем 9%, да, так как полотно это позволяет и создаст более такой игру цвета, он будет переливаться, так как у нее волнистый волос, и более глубокие пряди, это будет Cool Enforced 5.1 на 6%, да. Так, таким образом, когда мы играемся не только с цветами, которые между собой хорошо сочетаются, но и правильно подбираем оксиданты, мы можем создать более глубокий нюанс у корня и легкие-легкие переливы в цвете на длине. Да? То есть это такой прекрасный момент, который мы можем применять не только на более темных базах, но и на более светлых. Далее, очень интенсивно холодный блонд. Здесь мы уже делаем тоже диагностику, и это всегда важно, так как это влияет на составление нашей формулы. Значит, у этой девушки у нас где-то какое-то время назад были осветленные слои, либо пряди какие-то. Натуральная глубина ее волос это 6. Уровень, значит, как ее покрасили. Значит, использовали Majirel Cool Enforced на 6%, 7.1, это было на прикорневой зоне. Далее, по длине использовался оттенок 10.1, Cool Enforced, на 9% уже. Чтобы это все хорошо сочеталось, прикорневая зона и длина очень тщательно растушевывалась. Hi, I'm Grace from London, and I'm so excited to share with you guys the new Majirel. So today I'm going to be showcasing the brand new Cool Enforced Majirel shades on my lovely model Sarah. So we are working with a little bit of pre-existing balayage on a base 7. So the idea with the technique is that we're going to be blending a 7.1 into a 10.1 to create a seamless blend of a cool metallic shade. So what we want to do first is get our baby lights in. So we're using micro fine weaves to create softness around the hairline. And we're going to work by back-to-back foiling throughout the hairline. Starting with the lowest point through to the back of the ear where the recession is. And we're simply just going to repeat with our baby fine weaves back to back. For step two, we're simply going to go in with our 7.1 Majirel Cool Enforced shade and apply a simple hot cross bun, sectioning, starting from the front, working our way to the nape.
It's really important when we apply this product that we keep a real sweeping motion to keep everything blended. So once we've finished applying the root application colour, we're just going to go in round the hairline and smudge that colour down to shadow at the root. So now we're ready for step three. And this is all about creating a seamless blend with the two shades. So we're working our root shade of the 7.1, melting it into our 10.1 to create this seamless blend of colour. And this is how I play with Majirel. Прекрасное видео, где вы могли увидеть, как же создавался этот интенсивный холодный блонд. Да, то есть мы можем также по параллельно окрашиванию сделать какие-то пряди у лица и вписаться в время выдержки красителя. И такой момент вы можете потом посмотреть этот семинар на YouTube, где вы можете потом обратно отмотать и просматривать эти видео несколько раз, если какие-то нюансы хочется более глубоко понять. Дальше. Не только холодные оттенки нас интересуют, но есть и женщины, которые желают более холодные нюансы в прикорневой зоне и общую массу, но возле лица какой-то яркий-яркий нюанс. Мы можем это предложить? Конечно же, да. Значит, у девушки, модели, натуральные волосы на уровне 3. Достаточно темная и серьезная база. Как же это мы можем обыграть, чтобы могли создать такой яркий образ? Если посмотреть фото до и после, эти красные нюансы и достаточно холодный нюанс на прикорневой зоне, ее настолько освежил, и она настолько яркая стала, что такой момент можем взять себе в пример. Значит, на прикорневую зону использовался Majirel 4 база, дабы не перескочить вверх, да, на уровень, туда добавили Cool Cover 5.1, так как 5.1 на третью базу может быть достаточно мало, соответственно, добавляем базу туда. Она не только хорошо работает на седых волосах, но и можно использовать и на натуральных волосах, чтобы уровень оставался глубже. Но это не как основа является. Дальше по длине возле лица использовались оттенки 666, который усиливался Majirel красным, Majirel Mix Rouge оттенком и на 9%. Так как у нее достаточно глубокая база 3, поэтому волос не окрашен, и можно использовать этот рецепт на 9% на этих слоях. И посмотрим, как же это создавалось. Hi, my name is Susan at Susan Carter Colorist. I'm from Montreal, and I'm so excited to share with you the new Majirel. I'd like to introduce you to my model today, Kim. We'll be creating a very modern chic ombre using the new Majirel 666 boosted with red mix. On the rest of her hair today, we're going to use 4 with a quarter of 5.1 cool cover. We'll start Kim's hair by applying our color, regrowth midlengths and ends all in the back. We're going to begin step 2 by applying our regrowth formula, and then I'm going to show you how to create a very soft, diffuse blend between our brown and our red. Step 3, we're going to be working in horizontal slices of a 1 centimeter diameter. Our first slice will be dark from regrowth to ends. Our next slice will be dark
to red on the bottom one third of the hair, and then our next slice on top of it will be brown with red brought up about halfway. This is how I play with Majirel. Используем не только холодные оттенки, но и их сочетаем еще и с очень теплым нюансом, как красный цвет, в том числе. Очень прекрасное цветовое решение было. Значит, когда у нас светлый коричневый, но он будет более теплый. То есть мы не забываем про девушек, клиенток, которые обладают теплыми оттенками на волосах. Тут тоже будет для нас хороший пример. Натуральная база, опять же таки, не из простых, натуральная четверка. Далее, чтобы окрасить такие волосы, если обратим внимание на фото, которое было до и после, значит, эти светлые нюансы на этой девушке очень прекрасно, хорошо смотрятся, и она выглядит свежее, веселее, да, то есть более взгляд притягивается к ее волосам. Сначала было осветление Blonde Studio Freehand Powder над 6%, значит, создали светлые слои, дабы волос был более рельефным и более углубленный к корням. Далее, после осветления, все окрашивалось таким образом, что прикорневая зона была Majirel 5.0 на 3.75 оксиданта и Majirel 7.3 на 3% в том числе на длину наносилось. Соответственно, более глубокий корень нейтральный, интенсивный, и 7.3 на длину наносился. Так как волос очень пористый и глубокая база, соответственно, нужно было ей создать очень красивый, нежный, солнечный оттенок на волосах. Это как такой тоже пример, мы можем окрашивать волосы. Далее. Очень блестящий матовый коричневый оттенок. Как мы это можем получить? Здесь примерно очень глубокие натуральные базы 3, то есть не 3, а 4, извиняюсь. Значит, как мы это можем сделать? Majirel Absolute 3 на 3% на прикорневую зону. Общий тон мы делаем Majirel Glow Dark Base 17. То есть Dark Base Glow 17 это пепельно-зеленый оттенок, который позволяет нам нейтрализовать красный фон осветления, либо оранжевый фон осветления, который у нас может встретиться на очень глубоких базах. Это не означает, что она будет с зелеными волосами, но она будет с перфектной нейтрализацией и волос будет супер блестящим, цвет будет прозрачен. Это не означает, что не покрашен, он будет прозрачный цвет, то есть не будет плотный такой, будет мерцание и он будет переливаться. Такой момент мы можем использовать не только на таком глубоком уровне, как 3, но мы можем это использовать даже на 5 уровне. Это будет уместно в том числе. Далее, здесь будет очень интенсивно холодный, светлый, коричневый, про который мы говорили ранее, что мы его разберем более досконально, как же его достигли. Значит, диагностика. Натуральная база уровень 5. Фон осветления красный, как мы уже понимаем, да, и на прикорневую зону наносится краситель 5.1 по длине на 5.1 на извините, перепутала немного, на прикорневую зону Majirel 5.1 Cool Enforced на 3% и 7.1 на 9% по длине наносится. То есть на этой девушке будут сочетаться два между собой комплементарные оттенки, и эти оттенки сочетали таким образом, что вертикальные будут проборы и создаваться рельеф и глубина оттенка, но ни в каком случае не на потемнение. И смотрим, как это можно получить. Hi, I'm Min Kim at Min Kim Colorist from New York City, and I'm happy to share the new Majirel.
So this is a very consumer-friendly and really on-trend request, which is a global application, which is more neutral and then also showcasing different tones. So it's for that client that loves the same as usual. I'll be using 5.1 Majirel Cool Enforced to maintain that depth and neutralize for that on-trend result. The second part of this technique will require a take-through using Cool Enforced 7.1 and the 5.1 starting in the back. This is how I play with Majirel. Прекрасно. Мы посмотрели, как Мин Ким создавала этот образ. Да, и это превосходно не только, когда мы на словах это разбираем и оговариваем, но еще посмотреть, как же это можно сделать, да? Хочу маленький такое отступление опять сделать, что когда вы получите новый заказ, у вас будет новая палитра Majirel каталог, в котором вы найдете весь широкий спектр наших красителей. Посмотрите, мне даже рук не хватает, чтобы его развернуть так вот сильно, да? Какой он настолько широкий, и все цвета, которые мы можем создать, между собой смешивать. Халиф только сам по себе живет, да, между собой он смешивается, с основной палитрой нет. Соответственно, и glow тоже тут внутри, то есть все оттенки у вас есть, и красный, и мокий, все теплые у вас находятся. Каталог вы можете заказать новый, и он придет в новом облике для вас, что является очень хорошим инструментом в работе с цветовыми нюансами. Также клиенту можете давать каталог в руки, когда она не знает, какой цветовой нюанс она желает получить, то есть ей даете и выбрать как минимум 4 оттенка, которые ей нравятся, а также столько же, которые ей не нравятся. Таким образом вы ограничиваете себе, как сказать, такие, как расставляете границы, там не нравится, там нравится, в какое направление нам двигаться дальше. Значит, очень глубокая прохладная мокка. Как мы это можем сделать? Значит, на этой девушке история такова, как уже в левом уголке видим, такой достаточно оранжево-желтый фон видим, да, и потом она такая насыщенная, глубокая мокка, но по длине все равно она не затемненная. Волосы были ранее когда-то окрашены, какие-то до этого были осветления на волосах, значит, есть седина 30%, ну, это незначительный процент седины, но все-таки нужно с ним немного считаться. Натуральная база 5, на концах тоже есть какие-то ранее осветленные моменты, где фон осветления встречается на девушке желто-оранжевый, оранжево-желтый, то есть уже неприятный фон, который нужно перекрыть и сделать очень вкусный цвет. Значит, здесь подход такой. Majirel 7-18 и 6. То есть Majirel Cool Cover 7-18 вместе, просто Majirel Absolute 6 смешан, и на 6% окрашены корни. На длине использовался Majirel Glow Clear и Majirel 7-18. Что нам дает Majirel Glow, Majirel Glow Clear плюс Majirel Cool Cover 18 мокка холодная? Это значит то, что мы седьмой уровень мокки можем немного разбавить, уменьшить пигментацию, он будет более прозрачный, но свою функцию исполнит, и волосы не уйдут на потемнение. Соответственно, в одной смеси, в одной миски с красителем вы можете смешать Majirel Glow
и Majirel Cool Cover, который вы будете наносить на длину. Прекрасный момент, который вы можете себе взять на заметку, что Glow и Cool Cover, можно его глубину, интенсивность регулировать, насколько глубоко вам это необходимо. Дальше, бежевый, холодный, золотистый блонд. Да? Значит, история этой девушки такова. Когда-то были осветленные волосы, натуральная база 6, и желает освежить бежевый свой блонд заново. Соответственно, здесь будет использован Majirel Cool Inforced 713 на 3,75% при корневой зоне, дальше слои на 8,13% и 6%. Также будет осветление возле лица, используя технику балаяж, на 12%. Соответственно, посмотрим, как мы можем это сделать более детально, так как здесь очень много моментов, которые нужно обратить внимание, чтобы создать такой образ. Je m'appelle Charlotte, je viens de Paris et je vous présente le New Majirel. Aujourd'hui, je vais travailler avec Majirel Cool Inforced. Mon objectif, c'est de venir créer des zones de profondeur, donc travailler sur du partiel. On va venir vraiment travailler sur toute la partie de dessus, sur une zone en forme de losange, où je vais venir travailler la racine sur une nuance de 7-13. Et je vais venir travailler sur la même nuance, sur une zone de profondeur au niveau de la nuque. Et sur toutes les parties des contours, je vais venir travailler du balayage pour apporter un effet de lumière. Première étape, je vais délimiter une zone de profondeur sous la forme de losange. L'idée, c'est que ce soit le plus naturel possible et de venir recréer de la profondeur sur toute la partie des racines. Après avoir réalisé les deux zones de profondeur, maintenant on va venir dessiner tout le contour du visage à l'aide d'un balayage. L'esprit, c'est vraiment la tendance de la French. Et on va travailler en painting, au pinceau et avec une technique à l'air libre. Alors on va pouvoir passer à la dernière étape. On va venir retravailler toutes les longueurs, donc procéder à l'allongement de toutes les zones de profondeur qu'on a créées au départ. On va travailler toujours avec Majirel Cool Inforced, la nuance 8-13 au 20 volumes. This is how I play with Majirel. Прекрасное видео, где очень досконально разобран этот образ, как можно параллельно не только окрашивать волосы, но и осветлять, и создавать такой бежевый блонд. Дальше не забываем про более теплые блонды, которые все-таки относятся к бежевым блондам. Соответственно, там есть тоже, используется синий пигмент. Очень интересный рецепт, да, который вы потом можете себе запечатлить. Там все по граммам написано и сколько какого нюанса использовалось. Значит, волосы когда-то были осветленные какое-то время назад, значит, мы видим, что отросшая прикорневая зона уже как минимум там 7-10 сантиметров есть, натуральная база 6 у девушки, значит, что мы делаем? Мы отросшую часть обрабатываем Majirel просто 7, Majirel Absolute 7, плюс 7,13 на 3,75%. Это касаемо прикорневой зоны. Значит, другие зоны будут обрабатываться слоями, где будет использоваться Majirel просто 7, 7,13, другой рецепт как 7,43 и 8,3 и 8,30 на 3,75%. То есть там очень-очень маленькое количество этих очень ярких, теплых оттенков, чтобы получить такой оттенок.
Да, конечно же, возле лица, так как было уже более отросшие зоны, сделано было осветление слоями, дабы создать контраст, чтобы не было просто очень глубокий корень и просто светлые концы. Соответственно, это нужно немного разбавить, дабы придать такой динамике цвету, такой жизненности, они более радостно смотрелись. То есть берем на заметку такой рецепт, где очень много составляющих частей, и там написано в рецепте, сколько чего добавлялось. Дальше мои самые любимые красители, то есть одни из, это Majirel High Lift. Majirel High Lift работает только на 9-12%. Значит, здесь у девушки блондинки ранее окрашенные блонд волосы, они отросли достаточно длинную часть, натуральная база 6, превосходно с этим справится Majirel High Lift, создать такой платиновый блонд. Далее, возле здесь линия роста волос возле лица использовался рецепт только Majirel High Lift Violet, основная масса использовалась рецепт High Lift Neutral и Violet пополам смешивалось, и это все выполнялось на 9%. Так как у блондинок очень часто встречается возле лица по росту линий очень тонкие волосы, вы их можете оставить напоследок окрасить, так как они моментально осветляются и окрашиваются, то есть их на эту зону можно уменьшить время выдержки, так как диаметр там тоньше, и он окрашиваться будет в разы быстрее. Если тут же нанести, то мы их можем немного потерять. Это, конечно, нежелательно. И помним то, что здесь мы можем все нюансы цветовые, которые есть в Majirel High Lift, смешивать между собой, как мы желаем. Лично я очень люблю оттенки, как Ash Plus, Ash Violet, Violet Ash и Violet Plus. Это те, которые очень часто использую в окрашивании, идя с 6 базы, либо с 7 базы вверх. И если база 6, то смотрим, какой диаметр волоса. Иногда хватает 9%, иногда уже на 12% мы идем в яркий блонд. Все зависит от волос, его диаметра и натуральной базы в том числе. Время выдержка у Majirel High Lift составляет 50 минут. То есть, если мы его смоем быстрее, то значит мы не получим того блонда, который заявлен, так как там будет всего лишь фон осветления, то есть на 30 минуте мы его не смываем, держим ровно 50 минут. Дальше у нас есть такой момент, что я с Majirel Cool Inforced тоже поигралась, я про него расскажу и покажу, как я это сделала на манекене, но прежде чем я это сделаю, вам напомню, так как вы все это уже и знаете так, что качественное окрашивание – это командная работа. Значит, вы, как мастера в салоне, делаете максимальное, чтобы ваши волосы клиента были как с глянцевого журнала обложки. Она вышла, такая звезда, у нее все развиваются волосы, они красивые, переливаются, она довольна. Но дома этот эффект нужно поддерживать. От L'Oréal Professionnel вы можете использовать линию витамина Color, которая не так давно обновилась, вот можно сказать, буквально только что. И заметьте, там добавлен новая составляющая, крепкий антиоксидант, который будет помогать защищать ваш цвет волос, ретверосол. И линия, какая она выглядит, мы еще более развернуто посмотрим. И эта линия позволяет сохранять максимально долго цветовой нюанс до 8 недель после окрашивания в салоне. Это достаточно долгий срок для окрашенных волос. В салоне ваш такой набор будет выглядеть как технический шампунь для окрашенных волос, кондиционер, гелеобразная маска, которая не утяжеляет даже самый тоненький волос, и Power Mix – это персонализированная маска, которую мы смешиваем перед нанесением на волосы клиента, так как там формула мицеллярная, мы ее не смешиваем утром, если клиент только у нас вечером, да, то есть только перед нанесением. Клиенту домой мы предлагаем
Как классический шампунь, который для защиты цвета витамина Color, да, есть Soft Cleanser, который без сульфатов, очень мягкий, у него такой свежий запах, да, немного другой. Кондиционер, гелеобразная маска и теперь топовый продукт, который любят не только мастера, но и клиенты дома, это Acid Sealer, то есть кислотный силер, который закрывает кутикулярный слой, помогает максимально запечатать пигмент в волосах и сохранить его дольше по максимуму. Но это можем использовать, когда мастер создал вам цвет, и потом вы его поддерживаете. Использовать его можете при частом мытье головы. Если вы часто голову моете, то раз в неделю. Если вы очень редко моете голову, то есть его использование мы еще отодвигаем еще на дальше, да? Далее, термозащита. Как спрей, который содержит внутри 230 градусов термозащиту. Он легкий, приятный нежный запах, не утяжеляет даже самый тонкий волос. Можно вытянуть на круглую расческу, даже более такой сухой волос. Можно накручивать локоны горячими инструментами, можете обрабатывать как хотите волосы. Он идеально подойдет тем, кто не любит тяжелый стайлинг, любит очень минимально что-то на волосах, тем девушкам он прекрасно подойдет. Дальше Color Correcting Cream, который любят блондинки. Чтобы освежить ранее созданный цвет мастерами в салоне, значит, где-то на 3-4 неделе она его начнет использовать, так как блонд нюанс, который был создан, будет уже потихонечку выключаться. Этот крем достаточно пигментированный фиолетовый, мы его наносим очень быстро, тщательно и хорошо смываем, чтобы остатки не остались на волосах. Если не тщательно смыть, то где-то какие-то могут пряди остаться очень, очень пепельным нюансом. Да? Это очень тщательно смываем, и блонд будет выглядеть более свежим. Дальше. Я могу прокомментировать, как же используется у нас... Ой-ой-ой, убежала вперед. Запущу заново видео. Значит, Acid Sealer, как мы его используем? Будь это окрашивание, тонирование в салоне, да, после того, как вы окрашивание завершили, помыли техническим шампунем, шампунем для ухода, вы наносите на всю длину Acid Sealer и расчесываете, слегка эмульгируете, пока он дает такую легкую консистенцию молочка. После чего вы тщательно смываете и приступаете к сушке волос. Соответственно, волос будет очень глянцевый, он будет очень рассыпчатый, не будет утяжеленный. И клиентам этот момент очень нравится, и они просят каждый раз уже сделать Acid Sealer услугу в салоне. Дальше посмотрим, как я делала осветление на кукле. Да, поигралась с таким красителем, как Majirel Cool Inforced, да, и я осветляла куклу, так как, ну, конечно, волосы у куклы немного другие, и у нее волосы, мастера, вы меня поймете, цвет такой 6-4, да, и мне при этом нужно показать вам цвета, которые новые вышли, это Majirel Cool Inforced. Значит, таким образом на видео вы видите, что я начала ей осветлять волосы техникой балаяж. Я использовала Blond Studio пасту, которая аммиачная, так как это кукла и она не сопротивлялась. Я использовала 12% оксидант, было полное время выдержки на секцию, да, и значит, очень легкими движениями наносила осветлитель, да, это в начале. Прядь достаточно должна быть пропитана продуктом, иначе не будет никак происходить осветление. Значит, очень
разворачиваем кисточку плоской частью, наносим. То есть не продавливаем в прядь, а наносим поверхность, рисуем растяжку цвета осветлителем. Да? Прядь посередине на концах полностью пропитана. Да, таким образом я это делала в салоне. Дальше переключим на следующий слайд. Так, вот. Рената блогер. Так, запустим еще остальные видео. Так, да, вот здесь запускаются все видео, где у нас моя прекрасная модель вся в осветлителе и в процессе осветления, да, как я эти секции делила, то есть это были слегка диагональные проборы, да, и очень мягкую растушевку делала. Возле лица я подходила максимально близко к корням осветлителем и кончик пряди я держала в перчатках, так как я на другой руке не использую перчатку, только потому, что мне так не нравится, да, за счет этого мне легче работать. Всегда используем перчатки, когда мы работаем с осветляющими продуктами, особенно на высоких процентах. Если вы работаете с техникой балаяж и где-то у вас какой-то продукт нужно растянуть побольше, то есть мягче, чтобы создать, вы всегда под рукой держите очень такую мягкую и чистую кисточку, потому что я иногда тоже могу где-то нарисовать не так идеально. Вот сейчас на первом видео я чуть-чуть поправила возле прикорневой зоны. Это все чистой кисточкой, чтобы не остался какой-то пятнышко, да, от осветлителя. Дальше. Сейчас достаточно медленно будет это все переключаться. Так, далее, когда я... Так, запустилось. Первое видео, это значит, кукла уже просто осветлена техникой балаяж, да, я ее высушила, выбрала оттенок на прикорневую зону, значит, будет у меня 5.1 и 6.1 Cool Enforced пополам на 6%, так как у куклы нету тепла у головы, да, это нужно мне повысить процент. И по длине я использовала Cool Enforced 8.1 оттенок на 9%, так как фон осветления такой желто-оранжевенький был. Соответственно, мне это нужно все перекрыть. Далее я накрасила прикорневую зону одним составом, слегка растушевывая краситель дальше немного от корней. Потом, как только нанесла корни, я начала наносить краситель Cool Enforced 8.1 на длину. Значит, и границу, которая есть между красителем, очень-очень тщательно нужно растушевывать, дабы не получить просто очень резкий переход и его максимально плавным сделать. Так как это, конечно, волосы манекена, да, то с ними гораздо тяжелее это делать, но, по крайней мере, максимально это можно создать. Дальше я вас хочу познакомить с нашей командой. У нас в команде много людей, они все талантливы. Первая, которой с вами хочу познакомить, это Оксана, преподаватель L'Oréal Professionnel в Литве. Потом это мой инстаграм, Рената, вы меня уже знаете, я в команде Латвии. Дальше Кристи, это Эстония, преподаватель L'Oréal Professionnel и Кирастас. Мария, также преподаватель в Эстонии, она преподает в бренде L'Oréal Professionnel. Дальше наш коллега Андрей, он тоже преподаватель L'Oréal Professionnel в команде Латвии. И, конечно, боец невидимого фронта очень часто это Артем Егоров, который нам отвечает за очень такие глубокие темы, как состав. Да, без его помощи много чего было бы невозможно. Вы всегда можете обратиться к нам за технической помощью. По мере свободного времени мы всегда стараемся всем ответить. И еще такой момент. Самые новейшие продукты, которые будут запускаться, будут у нас в наличии. Первое, где вы можете это увидеть, это в наших инстаграм-профилях. Если вы желаете знать чуть раньше, чем остальные,
то вы можете следить за нашими аккаунтами и увидеть первее, чем остальные люди в нашем регионе получат информацию. Будет под постами тщательное описание, будет на русском, латышском, английском, эстонском, литовском языках это будет представлено. И сегодня вы можете уже посмотреть, есть на что посмотреть, там тоже есть маленький момент, что же нового нас через приблизительно 3 недели ждет. Так, теперь я попрошу нашего оператора, господин оператор, наведите мне, пожалуйста, камеру на куклу, так, чтобы я ее тоже в мониторе видела, чтобы я видела, что я там делаю. Да, это кукла. Так, угу. Вот это и есть та кукла, которую я осветляла, да, значит, глубокий корень, как вы видите, да, здесь, слава богу, освещение достаточно хорошее, углубленный корень, 6,1,5,1 пополам на 6%, и длина на 9%, 8,1 оттенок, да, соответственно, таким образом получили окрашивание такое. Но помним то, что у нее волосы цветом 6-4. Задача не из простых была, да? Я тебе передам. Спасибо. Так, дальше. Вот так выглядела кукла, которую я не осветлила, а та предыдущая была осветленная. Значит, так, как мне тут дальше? Кадры. Да, вот так будет хорошо мне. Значит, я вам покажу, как я наносила осветляющий продукт еще раз. Нам господин оператор покажет это более крупным планом. Сейчас я закалю прядь, чтобы она мне не мешала. Я просто ее так достаточно хаотично сейчас выберу, чтобы можно было бы это вам показать. Так как я в руки... Так, ага... Так как я в руки не беру на данный момент осветляющий продукт, а я буду брать, это будет маска для волос. Когда я училась делать технику такое осветление, как балайяж, первый инструмент, который нам давали в руки, это не был осветляющий продукт, а это был маска для волос. Соответственно, так как мы находимся на студии, я буду использовать маску для волос, дабы вам показать нанесение. Так, наверное, вот таким ракурсом будет очень хорошо видно, да? И мне сейчас перчатки не нужны, так как это просто маска для волос. Значит, я взяла прядь, да, я ее на середине схватила, зафиксировала. Дальше я набираю продукт. Это будет осветляющий. Начинаю его наносить от середины. Когда я нанесла на середину, я сейчас прядь подвигаю, да, так как у меня там маска не осветлитель. Нанесла. Я, наверное, так пониже буду держать. Потом я начинаю двигаться слегка вверх. Но кисточка мне не так держится, она у меня держится вот таким образом. То есть я ее прядь как будто глажу. И можем идти таким образом, либо вообще вот так сделать, тянуть ее кверху, да, таким образом, слегка, очень легко мы наносим. Приятно пахнет маска, обычно у нас осветлители. Значит, прядь, которую мы взяли, от середины должна быть очень тщательно пропитана. Нарисуем и снизу в том числе. Снизу мы тоже повторяем тот же самый рисунок. Дальше мы делаем таким образом. Можно и на планшете наносить осветлитель. Так, возьмите кадры мне чуть-чуть пониже, так как я ушла рукой ниже, да, берем маску и наносим. То есть таким образом вы работаете с осветляющим продуктом. Значит, на концах и от середины пряди должно быть очень-очень много продукта, иначе он будет высыхать и не будет происходить должным образом осветление. Да? Что касается, когда мы идем здесь кверху, это уже очень-очень нежная
нежная растушевка, балаяж. Да? Соответственно, таким образом мы наносим. Так, я поверну к оператору. Да? И вы очень отчетливо так можете видеть, как я наносила осветляющий продукт на этой кукле. В принципе, если мы смотрим, тогда на этой вот зоне всегда идет очень тщательная растушевка, мягкая-мягкая. Здесь прядь немного больше пропитана, и от середины пряди до концов она конкретно будет пропитана, то, что будет вам гарантировать качественное осветление. Да? Еще раз покажу нам нашу куклу на сравнении, как это было. Так, я это, наверное, оставлю таким образом. Да? И посмотрим еще раз, какая разница между оттенками. Да? То есть очень-очень такой контраст получается. Да? То есть из 6-4 в такой 5,5-1 и 8-1 на длине мы можем смело получить техникой балаяж, осветлить все. И потом общий тон 8-1 по длине окрасить, да? Это мое цветовое решение на этих безотказных моделей, которые всегда себе позволяют окрасить в любой цвет и технику, да? Теперь посмотрим, есть ли у нас какие-то вопросы под семинаром. Вам за это время, пока мне Артем посмотрит, там есть кто-то задал какие-то вопросы или нет. Можем поговорить о том, что под видео есть две ссылки, где вы, пожалуйста, регистрируйтесь для того, чтобы мы могли с вами связываться по поводу исключительно семинаров либо какой-то информации. Вы даете нам фидбэк, как вам, что понравилось, чего не хватает, какие новые темы вы хотите, чтобы мы разобрали в семинаре. И вторая ссылка, где вы будете видеть, как можно какие-то цветовые нюансы создавать. Там будет обучающий материал, который вы можете скачивать себе в личное пользование, либо его распечатать на бумаге и держать себе как шпаргалку в салоне, и либо поделиться со своими коллегами в том числе. Так, ну Артём, у нас там есть что-то поступило? Да, у нас Лариса спрашивает, у нее был случай, что она работала High Lift Violet на 12% ассистанте, и по длине он не сработал, не поднял ряд вообще. А натуральная база какая? Натуральная база была 9-й ряд, и клиент хотела супер платиновый оттенок, но пришлось повозиться. Значит, если натуральная база 9, да, это очень-очень светлый блонд натуральный, который, если вы взяли, правильно понимаю, просто violet, значит так, фон осветления желтый, значит violet уходит полностью на нейтрализацию, но вам нужно холодный, поэтому вы берете в таком случае ash, просто Ash, либо Ash Violet, значит, вам туда не хватило единицы, да, то есть пепельного нюанса добавить. Поэтому просто Violet, там, платиновый такой холодный нюанс невозможно будет получить, так как туда нужно добавлять один из оттенков Ash, либо Ash Plus капельку добавить, да, либо Ash Violet, Violet Ash, да, то есть на одном Violet мы не достигнем пепельного нюанса. И, конечно, если длина первый раз окрашивается, никогда не была окрашена, можно использовать даже 12% оксидант, а у корня уже 9, так как у корня уже есть у нас тепло. Надеюсь, что я вам ответила на ваш заданный вопрос. Так, что еще есть у нас? Да, расскажите еще и покажите тюбики, которые вы использовали для нашей куклы. Так, для нашей куклы сейчас я их найду. Раз, один нашла. Так, это не то. 5-1. Так, вот, есть, нашла. Значит, оператор на видео на меня. Значит, это выглядит таким образом. Я, наверное, разверну так, это более будет видно. Значит, кукла была осветлена Blonde Studio
аммония в пасты, который с аммиаком на 19%, 50 минут время выдержки на каждый сектор. Значит, потом прикорневая зона окрашивалась у куклы пополам 6-1-5-1 на 6%, по длине был 8-1 на 9%, так как волос достаточно жесткий, нужно тщательно пробиться в нем и покрасить, да, то есть здесь я не использовала какие-то очень светлые тона, но такой средней глубины корни и потемней, по длине я использовала, дабы создать наилучшую нейтрализацию, так как вы уже сами видите, что кукла достаточно оранжевая, и чтобы это перебить и сделать более холодный оттенок, нужно использовать такие вот оттенки. Так, что у нас еще там? Лариса также подчеркивает, что Ash Violet она тоже брала, и, к сожалению, ничего не получилось. Ash Violet. Yep. О каких пропорциях? Тогда надо смотреть, какие пропорции мы берем. Значит, если Ash Violet было меньше, а Violet было больше, он также может не справиться. Смешала пополам. Девушка ходит осветлять блонд раз в полгода. Раз в полгода? Mm-hmm. То есть у нее очень длинные отросшие корни, который полгода. За полгода, значит, это где-то такой кусочек, да, если я правильно понимаю, значит, мы тогда отступаем от корня, да, если вот мы смотрим девятый уровень, натуральный, если мы так правильно, чтобы понимали, о чем мы говорим, значит, открываем натуральную шкалу волос, оператор наведет. Вы говорите, так как вы говорите, у нее девятый уровень натуральных волос. Значит, вот мой палец, вот это вот уровень. Там будет фон осветления очень-очень светло-желтый. Соответственно, если у нее еще, так я уберу сейчас палитру, если мы правильно определили этот уровень, то, значит, девушка полгода отходила с такими корнями, они вот такой длины плюс-минус могут быть. Мы отступаем для начала от корня, окрашиваем то, что отросло. Очень часто даже мы используем 12%, и на 9-й такой светлый уровень, да, то мы, если очень пепельный нюанс нужно делать, если я делала, то я основу брала краситель Ash и Ash Violet, да, и капельку добавила бы Ash Plus. Соответственно, у меня был бы перевес на Ash оттенках, и Violet было, ну, как сказать, основная масса была 40 грамм, которые содержались оттенки Ash, и только 10 грамм Violet добавила. Значит, отросшую зону на 12% этим рецептом окрашиваем, да, и потом на 9 мы можем тут же приступить окрашивать корни тем же рецептом. Тогда мы будем выходить на более холодные нюансы, так как я хайлифтом достаточно много работаю, и эта формула действительно работает, она вытягивает, и если мы на такой светлый уровень, как 9, наносим, то проблем вообще не должно быть. Надеюсь, что я вам ответила на вопрос. Если что, можете мне и фотографии присылать волос на Инстаграм. Могу посмотреть, так сказать, чтобы я имела представление об уровне волос, которые мы разговариваем. Дальше, Артём, есть у нас еще что-то? Так, закончились вопросы. Значит, тогда на сегодняшний день это будет все. Не забываем про ссылки под видео, где мы регистрируемся и скачиваем обучающий материал для себя. Я всем хочу вам пожелать прекрасного, хорошего дня, чтобы у вас было хорошее настроение, новые цветовые решения создавали, всем красивые волосы были, вы максимально использовали те информацию, которую мы вам даем, вы максимально создавали новые образы с помощью Majirel, и Majirel открывает нам новые возможности в мире колористики. На сегодняшний день я с вами прощаюсь, и мы увидимся в прямых эфирах в других площадках. Спасибо вам большое, до свидания! Buka-buka